Старт назначен на 9 утра перед зданием администрации Хостинского района. Для проведения соревнований выбрана трасса, в которую войдут 5 скоростных участков по 4700 метров каждый. Финиш гонки и награждение победителей и призеров пройдут на вершине горы Ахун. В связи с тем, что автогонки пройдут по дороге общего пользования, с 8 утра до 8 вечера будет действовать ограничение движения личного и общественного транспорта по улице Дорога на Большой Ахун на отрезке от ресторана Пацха до площадки для парковки автомобилей на горе Ахун.